Шоу-бизнес и искусство, но мне кажется, это тут даже заложено в самой терминологии. Все-таки шоу-бизнес – это прежде всего бизнес. А здесь основная цель в этой сфере – это просто зарабатывание денег. И для этого просто используют рейтинги, используют самые там, раскрученные какие-то темы, как, так сказать, или мотивы. Искусство, оно, конечно, тоже сейчас является одним из видов бизнеса, потому что если мы берем... То есть определенные художники, там определенные картины, которые с каждым годом стоят дороже. И есть уже определенные агентства, которые этим занимаются. Они понимают, допустим, вот молодой художник, его можно раскрутить, в него можно вложиться, дальше там по галереям, по различным выставкам, и сделать из его имени бренд, и потом через определенное время просто продать на порядок дороже. То есть искусство — это тоже своего рода бизнес в современном мире.